Это прогноз погоды на АТВ. Сегодня о том, что будет за окном в воскресенье 22 мая. По данным гидрометеоцентра, днем по северным районам переменная облачность. Возможен небольшой дождь и 17 градусов тепла с порывами ветра до 14 метров в секунду. А ночью плюс 7 градусов. По югу переменная облачность. Днем до плюс 28 с дождем. Ночью плюс 13. В Улан-Удэ днем без изменений. Вновь переменная облачность. Днем обещают дождь и плюс 29 с порывами ветра до 12 метров в секунду. А ночью 12 градусов тепла. В Тунке днем до 23 с дождем и переменной облачностью. А ночью плюс 9, также с дождем. В Горячинске днем переменная облачность. 18 градусов тепла, а местами ливни. Ночью плюс 5. Дождь чаще всего вызывает сентиментальные чувства. Хочется в такие дни избавиться от всех стрессов и перезагрузиться. В Байкал-курорте действует специальная программа «Антистресс». Туда входят и проживание, и питание, и лечение. Успевайте отдохнуть до конца мая. Майские акции в санатории «Горячинск». Успевай отдохнуть всего за 2500 рублей в сутки. Свежий байкальский воздух, вкусное правильное питание и оздоровительный климат, который поможет вам полноценно расслабиться и отдохнуть вдали от города. Бронирование возможно на официальном сайте курорт-горячинск.ру или в отделе продаж по адресу улица Коммунистическая, 47А. Отдыхайте только на курортах Бурятии.